касается мемориального кубка 58 года, то это тоже по-своему очень интересная история, поскольку вот именно здесь, в 58 году, команда «Оттава» выиграла. Ну а вот сейчас счет открывается. Резкий кистевой бросок, вроде бы из не самого выигрышного, вроде бы и не самого голевого положения, но тем не менее становится непреодолимой проблемой для Ивана Налимова. И счет становится 1-0. Иван Налимов, который в сложнейшей ситуации спас еще несколько минут назад, вот сейчас оказался помочь команде не в состоянии. Попытка длинной диагональной передачей вывести прорыв на дальнем борту одного из наших завершилась перехватом в средней зоне. И, соответственно, уже обратно контратакой на наши ворота. Не успели вернуться в полной мере.